Всем привет, мои дорогие подписчики. Был сегодня на почте. Короче, прислал мне подписчик монету. Так, сейчас, чтобы ее не порезать. Прислал подписчик монетку. Я ж с такой радостью у меня. Два получается аверса у нее. То есть два герба. Купил он ее, не говорит на каком аукционе, за или 100, или 150 гривен. Сказал, что похоже на оригинал. Текс. Посмотрим. У меня уж у самого такое. Боже, я уже вижу. Офигеть, боже, какой ужас. Вы увидели, ребят? Ой, блин, это что, реально прикол какой-то. О май гад, был. Он попросил, говорит, ты мне потом напиши, не говори, ну, откуда мое имя. Блин, но офигеть. Да это вообще две склеенные, да, склеенные монеты. Блин, ребята, ну вы гоните вообще 150 гривен за монету отдать. Ну как можно не увидеть, что она склеенная? Ну да, это две разных монеты взято. Вот оно шлифованное. Господи. Как вы покупаете за... Блин, ну у меня вообще слов нет, честно. Ну-ка, сейчас приблизим. Блин, ну смотрите ж мои ролики. Ну где вы их находите? Где вы находите? И он так говорит, что я это оригинал. Я договорю. Ну пришлите мне. Представьте, 150 гривен плюс доставка 35 и мне. Вот он. А, у меня паук, тут 15 гривен. Очуметь, 200 гривен. Ты что? Да, конечно, фальшь. Но он тут даже поржать только. Как такое можно покупать, ребята? Ну не смешите. Все, всем до новых встреч. Посмейтесь вместе со мной.